Считаем и надеемся, что наши усилия по созданию такой дискуссионной площадки будут полезны для развития юридического сообщества и полезны для студентов, главным образом, Пермского государственного университета, которые имеют возможность на этой площадке пообщаться с людьми, которые ныне определяют основные направления развития законодательства, правоприменительной практики. И надеемся, что наши усилия в этом направлении увенчаются успехом.